Привет, молодежь, Гудаури, Грузия, Анатолий и... Аня. Анечка. Из Перми, кстати. Да. Крепко держи. Ну, держи крепко. Если не сложно. Вот. Мы сейчас находимся на 2100 метров над уровнем моря и готовы сделать парапланчик. Итак, скажу идти вперед, идешь вперед. Хорошо. Скажу идти назад, идем назад. Всегда удерживайся на ногах, не падай. Если я скажу бежать, мы идем вперед, это туда, куда ты смотришь. Хорошо. Даже немножко на тебя проверить. Готово? Проверим. Где у тебя право? Здесь. Туда же повернись. Так, а мне куда? А мне куда? Ой, а мне куда? О, боже мой! Ух ты! Ты как? Хорошо. Стартовали, летаем. А? Летаем, говорю. А Тима где приземлился? Ну, уже приземлился, наверное. В каньоне, где же еще? В каньоне, да? Если я куда не ехать. Хотите, едьте вверх, ну, каньон вообще нужен. Я не знаю, ему перезвоните, узнаете, где он сел. Я в воздухе сильнее желаю. Должен быть в каньоне. Я в воздухе летаю, сейчас мы ближе, я стартовал, у нас диапазон там 5 минут. Перезвоните ему, он вам точно скажет, что он сел. Я сейчас летаю. Я приземлюсь в каньоне. Я думаю, что он в каньоне сел. Ты в каньоне приземлюсь? Да, я в каньоне приземлюсь. Ну, давайте. А сколько лет вы уже занимаетесь этим? Где-то было лучше. Где находимся? Да.
такое строительство везде пошло.